Короче, уже 7 вечера, и я все-таки решила открыть вот эту шоколадку. На камеру, да? Это что-то золотая марка. Сейчас фокус сделаю. Золотая марка, да. С клубникой. Вот такая вот какая интересная. Масса не стоит. Одна порция 3 дольки. Кстати, они тут красиво дольки обозначили. Сейчас. Фокус. Вот. Пытаемся открыть шоколадку одной рукой. Да-да, пытаемся. Короче, я к вам вернусь, когда я уже открою вот эту вот, просто открою вот так вот, а потом к вам вернусь. Я, как и обещала, к вам вернулась. Она пахнет как обычная Альпенгольд шоколадка с клубникой. Надеюсь, она меня не разочарует. Так. И что? Раз. Два, три. Вау, посмотрите. Просто посмотрите, какая красотень. Просто жесть какая-то. Ну что, пробуем? Если честно, вкус какой-то непонятный. Вот так выглядит одна долька. Если честно, вкус клубники, сейчас, как нам здесь вот так вот обещали, много клубники, что-то дай там, вообще не чувствуется. То есть это просто розовый шоколад, обычный темный шоколад. То есть это шоколадка типа для Инстаграма. Типа все так красиво и т.д. и там. То есть вот эта шоколадка полностью безвкусная. Не советую, но для фотки можно купить. Тут вот так вот аппетитно, уже не так. Ну, никому не советую. Всем пока.